Всем здравствуйте! Меня зовут Настя. Не так давно у моего мужа был день рождения, юбилей, и мне хотелось сделать ему запоминающийся подарок. Я вспомнила, что он еще давно хотел научиться играть на дудуке. У нас был дома дудук, нам его привезла знакомая из Армении. Мы пробовали на нем играть, но у нас ничего не получилось. Поэтому я решила подарить ему уроки. Я вбила в поиске «уроки дудук» и перешла на сайт dudukis.ru. Там оставила заявку, и со мной связался Сурен Багдасарян. Сурен сразу же попросил меня отправить фотографию дудука, который у нас есть, и выяснилось, что у нас был просто сувенир. Ну, в принципе, поэтому у нас ничего и не получалось. Сурен порекомендовал приобрести профессиональный дудук и уроки. Ну, я, конечно же, так и сделала. А теперь я покажу вам, как выглядит подарок, который я подарила мужу. Привезли дудук мне в такой коробке. Сурен также сказал придумать какие-то строки для моего мужа, чтобы было приятно. И моя сестра сочинила стихотворение. И это стихотворение вырезали на крышке коробки. Открываем. Вот подарочный сертификат на 10 индивидуальных занятий. Пособие по дудуку для начинающих. Собрание популярных произведений для игры на дудуке. И, наконец, сам дудук. И также две трости в комплекте. Хочу выразить огромную благодарность Сурену за его отзывчивость и вовлеченность в весь процесс. С ним было очень приятно общаться.